Привет всем. Я Дэйн Петрали, исполнительный продюсер. Держись подальше от страны Оз Гейла. Когда впервые увидел концепт-трейлер Гейла осенью 2022-го, понял, что у Даниэля что-то особенное. Как ее зовут? Дороти. Дороти Гейл. Я знал, что у него есть видение для воплощения в жизнь, и он тот, кто должен это сделать. Того, что наш актерский состав и съемочная группа окажутся такими невероятными, я не знал. Короткометражка превзошла все мои ожидания, и я не один так считаю. Держись подальше от страны Оз Гейла. Самый высокооцененный фильм на чиллинг на сегодня. И зрители хотят больше. Мы с Крисом Грэмом и Дэниелем Александром рады объявить, что история Эмили Гейл только начинается.